доброе новогоднее утро добрый день дорогие друзья дорогие партнеры мы приветствуем всех вас на сегодняшней первой бизнес школе компании новая волна как, как слышно поставьте пожалуйста плюсики в обратной связи в чате слышно ли все хорошо Так, отлично, отлично, что слышно. Ну и мы с вами начинаем, дорогие друзья. Я рада приветствовать сегодня всех, кто нашел время и понимает, насколько это важно, и присоединился к нашей первой бизнес-школе, школе, которая проводится в рамках компании ⁇ Новая волна ⁇ каждую первую субботу. И сегодня у нас с вами необычный день. Почему? Потому что именно сегодня... Именно 6 января, когда только наступил Новый год и в преддверии Рождества, мы с вами проводим школу с великолепным человеком. Это человек, который является э, наставником долларовых миллионеров. Это человек, топ-лидер компании Новая волна. Это человек не просто, который, знаете, рассказывает теорию, а это человек, который всегда щедро делится своими знаниями, потому что у него есть огромный-огромный опыт выстраивания структур и при этом умение выводить людей на достойные чеки. Ну и, конечно, он сам является этим примером. И вы знаете, это на самом деле большое-большое счастье, когда в нашей команде, в нашей компании есть такие замечательные лидеры. Когда приходят такие серьезные лидеры в компанию, это говорит о том, что компания очень интересна, что компания действительно сегодня предлагает достойные предложения, делает достойные предложения. И именно то, что сегодня э, спикер, которого, имя которого я сейчас назову проведет для нас с вами школу, вы знаете, это как э, такой хороший знак, для, э, говорящий о том, что бизнес целый 2024 год будет строиться легко и очень успешно для каждого, кто сегодня здесь присутствует. Поэтому давайте возьмем ручки, откроем свои блокноты, напишем заголовок, что мы хотим от нового 2024 года. И сейчас будем внимать внимательно всю информацию, которую нам с вами даст наш уважаемый и дорогой Сергей Савич. Сергей Савич это спикер сегодняшнего мероприятия. Сергей, передаю тебе микрофон. Добрый день. Добрый день, Алена. Добрый. Спасибо большое за представление, за теплые слова. А, ну и всех поздравляю с наступающим Рождеством, поздравляю с Сочельником сегодня у нас, Сочельник, а, и, конечно же, поздравляю с наступившим Новым Годом. А, я очень надеюсь, что в преддверии Нового Года вы загадали желание, вы поздравляли близких, родных, и в ваших поздравлениях, конечно же, были Uh, слова uh, благодарности Старому году за все, что хорошее, что в нем было, и пожелания еще лучших каких-то вещей в Новом году. Uh, и что важно, uh, ну, практически все люди на всей планете желают что-то новое в Новом году. Uh, и не у всех, к сожалению, все uh, мечты исполняются. И сегодня наша школа она немножко такая волшебная, так как она в преддверии Рождества, потому что сегодня я буду делиться с вами вещами, которые позволят вам, ну, осуществить свои мечты. Мы про мечты еще сегодня поговорим. Просьба видео отключить. Да, спасибо и микрофончики тоже, чтобы у нас сегодня, так как все записывается, и эту школу можно будет к ней возвращаться, переслушивать, использовать. И вы знаете, Новый год, он тоже был показательным, потому что кто-то на Новый год празднует, кто-то ни о чем не думает, и думает только о праздниках, наконец-то можно погулять, отдохнуть, а кто-то прям с первого дня Нового года уже начал или, вернее, продолжил строить свой бизнес, делал товарообороты, и в 31 числа делали товарообороты, зарабатывали деньги и строили бизнес. И вот люди, которые целеустремленные, люди, которые не просто что-то говорят или о чем-то мечтают, а делают и строят бизнес, именно такие люди добиваются успеха. Я сейчас нахожусь за городом далеко от Москвы, за окном а, снежок идет. А, и вы знаете, наш бизнес прекрасен, потому что он позволяет работать с любой точки земного шара. А, он позволяет а, быть абсолютно свободным, он позволяет неограниченно зарабатывать, он позволяет осуществлять ну, практически все мечты, о чем можно только подумать. А, и а, сегодня мы с вами Поговорим об этих инструментах. Но главный инструмент ⁇ это люди в вашей команде. И вот сейчас мне хотелось бы, чтобы буквально пару минут вы потратили на то, чтобы... Я вот вижу, что у нас всего 47 человек, которые вышли из праздников и готовы двигаться дальше, чтобы вы потратили буквально пару-тройку минут, посмотрели, кого из вашей команды на сегодняшний день нет на Zoom и пригласили этих людей в Zoom, потому что сегодня мы будем говорить о очень важных вещах, и бизнес, он в одиночку не делается. Поэтому потратьте буквально две минуты. Кто не приготовил, как Алена посоветовала, ручку и тетрадку, приготовьте ручку и тетрадку, потому что вещи, о которых сегодня буду говорить, они напрямую будут зависеть, как пройдет ваш год. Будет ли строиться ваш бизнес, будет ли расти команда, будет ли увеличиваться товарооборот, поедете ли вы в путешествие от компании и сколько людей с вами поедут в это путешествие. Потому что год 24 для новой волны, он будет особенным. Это первый, по-прежнему напоминаю, идет первый год компании, и он самый важный, потому что в этот год именно формируется состав, формируется костяк, формируются основные ценности, формируются люди, которые потом становятся сперва рублевыми миллионерами, потом долларовыми. Я этот путь проходил уже неоднократно, в разных компаниях выращивал долларов миллионеров, строил большой бизнес. И для людей вот это самое сладкое время, потому что можно не только хорошо заработать, но можно создать хорошее окружение себе, можно очень многим вещам научиться. И делать это не в одиночку, а со своей командой. Я надеюсь, что вы вот эти сейчас две минуты приглашаете, хотя по количеству людей пока не вижу. Да, то есть потратить вот эти две минуты плодотворно, чтобы потом люди не говорили, что их не предупредили. Прям позвоните, скажите, срочно заходи на Zoom. Вот. Ну и еще, с вашего позволения, здесь может быть не очень хороший интернет временами, поэтому я когда начну школу, отключу камеру, и мы с вами начнем тем более все равно буду включать э, экран показ слайдов показ некоторых вещей э, чтобы вы не только слушали но и наглядно видели и могли себе даже заснимать некоторые вещи э, на телефон или на экран на камеру на компьютер как кому удобней э, потому что сегодня для вас будет ну такие полезные вещи которые я сам регулярно использую э, и если вы их будете применять и использовать, и самое главное, научите этому сразу свою команду, почему и прошу проверить, ваши люди сейчас на Zoom или нет, тогда ваш бизнес в 2024 году очень сильно вырастет. Ну, а вы реализуете все свои мечты. Ну что ж, давайте начинать. Кто хотел пригласить, наверное, пригласили. Я сейчас... Включу слайды, и сегодня мы будем с вами, так как говорить о бизнесе, будем говорить в том числе и о системе вознаграждения. Но прежде чем мы перейдем к деньгам а, и каким-то техническим вещам, которые нужно использовать в бизнесе, давайте с вами а, подумаем и разберемся, а почему, собственно, кто-то бизнесе успеха добивается а кто-то не добивается ведь успех он не приходит случайно деньги тоже не приходят случайно для того чтобы они э, пришли и начали попадать к вам в карман Да нужно э, чтобы что-то произошло вот чтоб давайте напишите пожалуйста в чате как вы думаете что необходимо для того чтобы появились деньги для того чтобы появился успех а любой бизнес – это система, генерирующая доход без нашего участия, то есть которая дает вам прибыль. Да? Вот. Что нужно, чтобы произошло, чтобы у вас ну, наступил успех? Напишите в чате. Давайте варианты создать эту систему и поддерживать ее работу. Угу. Вера и действия. Вот. Желание. Мечта и действия. Я читаю, что пишет, сразу озвучиваю, да? Ну, молодцы, кто написали первое остальных ждать не буду. Совершенно верно, все написали. Самое главное, самое главное, да, то есть это действие. Вот кто-то про цель сразу написал, да, что э, мечта, вера. Вы знаете, люди, которые делают действия, даже если у них еще, может быть, нету мечты, она не сформировалась, даже если у них, может быть, нету веры, но они действуют, они получают результат. Потому что успех это всегда результат действий, деньги это всегда результат действий, бедность тоже результат действий, да. То есть хорошие привычки приводят к хорошим результатам, а плохие привычки приводят к плохим результатам. Но всегда действия определяют успех. А вот почему встает вопрос, если все знают? Что э, успех это результат действий. Почему не все начинают действовать? Вот теперь давайте напишите, пожалуйста, в чате да, жгучее желание, а затем действие. Что приводит к действиям? Напишите в чате, пожалуйста. Что у нас в голове четко сложилось, да? Это очень важно. План. Угу. Еще какие варианты? Татьяна пишет. Мечта, цель. Правильно, Александр. Решение. Вот прежде чем мы начинаем что-то делать, мы принимаем решение. И вот вы четко должны отслеживать вот эту цепочку, да, почему кто-то добивается успеха, да, это те люди, которые действуют, а прежде чем они начали действовать, они приняли решение какое-то, и от того, какое они решение приняли, действие будет от этого очень сильно зависеть, да, и все люди, все люди делятся в примерно на три категории, вот вы им предлагаете возможность, бизнес, реализовать их мечты, цель, восстановить здоровье, заработать денег, там, путешествовать и так далее, большинство людей, не готовы принимать никаких решений. То есть они настолько их вот забили, они уже как рабы. То есть они, вот что бы вы им не предложили, они не готовы принимать решения, соответственно, у них и не будет никаких действий, они бездействуют. Возможности проносятся у них перед носом, но им тяжело или лениво или страшно, причины могут быть разные, поднять задницу и что-то сделать. Соответственно, у них нет решения, нет действий, и, соответственно, их жизнь никак не меняется. То есть она становится только хуже, хуже и хуже. Вот. И таких людей большинство, примерно 80% людей, они бездействуют. То есть они как, вот, как роботы по программе работают, чтобы они начали что-то делать или менять в жизни, то есть их жизнь должна так тряхануть, что они уже по-старому жить не могут. Вторая категория людей, это которые вы им предложили, они загорелись, они попробовали, у них, может быть, не получилось, или получилось, но ну, не так, как они ожидали, и они бросили. И вы будете таких людей много видеть. И у нас в компании не исключение. Есть люди, которые пришли, что-то там поделали, и сегодня их не видно, не слышно. Да? И есть люди, которые даже как звездочка такие, блеснули, взлетели, и тоже их не видно и не слышно. И такие люди будут появляться на протяжении всего бизнеса. И такие люди появляться будут на протяжении жизни в каждой области, да, то есть очень много людей, которые где-то там сверкнули в каком-то направлении и исчезли с поля. Но есть третья категория людей, которые принимают сильные решения. Что такое сильное решение? Это когда не просто я попробую. Uh, или давай я поиграюсь там, в бизнес, или давай я там еще что-то сделаю, а которые принимают сильные решения и действуют, пока не получат результат. Uh, соответственно, вот именно эти люди добиваются максимальных результатов в любом деле, и в нашем бизнесе в том числе. И задача наша, это не просто э, заниматься встречей, там, угощениями, перебором людей и так далее. Наша задача, это находить в команду людей, которые принимают сильные решения, и помогать им принять сильные решения. А когда вы встречаетесь с человеком и проводите презентацию, да, нет никакого смысла проводить эту презентацию, вообще никакого, до тех пор, пока вы не знаете, что хочет человек, и не покажете ему, как он может достичь того, что он хочет. Пока он не примет сильное решение, что вы тот человек, который являетесь таким проводником, мостиком между его мечтой или его целью или его желанием, а, а, и поз, позволить вот через этот мостик пройти и реализовать это желание, рассказывать про бизнес бесполезно. Вы будете просто тратить время, а человек думать будет сидеть и мысленно думать, как, как бы побыстрее поменять тему или от вас избавиться и так далее. Но если вы перед тем, как начнете рассказывать, разожгете вот его желание поговорить о его целях, а, и а, ну, по-настоящему вскроете его мечту вот тогда тогда только начинает происходить а, вот это вот волшебство и а, я очень сильно хочу чтобы в этом году люди которые сегодня, в рождественский день не сидят где-то там у телевизора, не отдыхают, не спят, а многие спят в кроватях, а сегодня присутствуют на этом вебинаре, это люди, у которых есть цели, у которых есть желания, да, и мне хочется, чтобы эти желания и цели у вас в этом году осуществились. Даже, может быть, вы сами в них не верите, вот как там написали, да, что нужна вера и действие. Иногда люди начинают от безысходности, да? то есть вот не хочу больше жить, как раньше, хочу что-то в жизни поменять, еще нет веры ни в себя, ни в компанию, ни в что, просто есть надежда какая-то такая, а вдруг получится. Да? Вот. Дело в том, что когда мы думаем о чем-то позитивном, вдруг получится, или думаем о целях, начинаем действовать, у нас появляется желание, мы сами его можем и загасить, а можем разжечь. И на то и на другое энергии тратится одинаково. Но разница между успехом и неуспехом колоссальная. Люди, которые разжигают в себе желание и начинают действовать, они коренным образом получают на порядок лучшие результаты, чем люди, которые ничего не делают или делают, ну, давай попробуй, чтобы от меня отстали, да, или попробуй последний раз. Это слабенькое решение, на слабенькое решение либо приходят очень слабые люди, которые со временем тут же загасят ваше желание, даже которое было, потому что они сами такие же, да, либо вообще никто не приходит, и вы сами бросаете. Я очень хочу, чтобы ваши цели исполнились. И поэтому давайте перед тем, как мы перейдем к каким-то техническим, скучным вещам, потратим сейчас еще пять минут. Может быть, да, и напишите, пожалуйста. Цели, вот что бы вы хотели, подумайте прям хорошо, что бы вы хотели, чтобы у вас осуществилось в этом году. Какой цели вы к концу года хотели бы достигнуть? Вот сейчас год только начинается, впереди целый год. Ради чего вы готовы упорно трудиться, для того, чтобы к концу года вы получили кайф, чтобы каждый день, даже когда что-то не получается, в течение этого года эта мечта возгрела, двигала вперед, вокруг себя собирала людей. Вы поймите, что большие команды строят люди, у которых большие цели, большие и амбициозные, вокруг них формируются люди. Поэтому подумайте, запишите эту цель, это очень важно. Вообще мы потом как-нибудь отдельный тренинг по мечтам и целям проведем. А пока запишите свою мечту. И когда мы этот тренинг проведем по мечтам и целям, я вам прям дам готовую инструкцию, готовую технологию реализации меч мечты, цели, чтобы это прям вот так на автомате у вас получалось. Вот, запишите. И когда вы думаете о целях, отследите, какие Чувства вы испытываете. Вот представьте, что вы этой цели достигли. Вот то, что вы хотите, что вы записали, вы ее достигли. Вот почувствуйте, прям окажитесь в этом моменте. Как вы себя будете ощущать, что вы будете испытывать? Какое у вас будет настроение? Вот прям погрузитесь в это. И сейчас давайте. Перенесемся на октябрь 2024 года. Представьте, вы хорошо проработали, вы реализовали, или вот вам совсем чуть-чуть остается до вашей цели. И вы вместе с компанией двигались, вы стали одним целым, вы стали одной семьей, вокруг вас много единомышленников. Проходит события, годовщина компании. Компания отмечает свои полтора годика и после этого, как по традиции уже собирается в путешествие, вы садитесь в самолет, вы чувствуете кайф, потому что вы уже заработали хорошо денег, у вас команда. Подумайте, садясь в самолет, вы один садитесь или с вами члены вашей команды. Вот прочувствуйте вот это состояние, что вы отправляетесь на заслуженный отдых. Я не буду сегодня говорить, куда мы полетим, да? но это будет волшебное путешествие. И во время этого путешествия вы, находясь в красивых местах, будете с гордостью вспоминать, может быть, вот сегодняшний зимний день, когда стояли морозы, когда вы записали свою мечту как она вас привела в это путешествие, как она начала менять вашу жизнь, притягивать как магнит к вам людей, возможности, обстоятельства. А, вы знаете, будут происходить невероятные вещи, которые вы даже представить не могли. А, но это будет происходить, потому что так работает Вселенная. Когда человек чего-то очень хочет, вся Вселенная вам начинает помогать в этом. А, и в этом путешествии вы делаете волшебные снимки, делитесь со своей командой, впечатлениями делитесь со своей командой, всеми вот теми переживаниями волшебными и хорошими настроениями. И это заряжает, и это как топливо для ваших людей и команды, для тех людей, которые, может быть, также как и вы когда-то не верили в будущее или сомневались, для тех людей, которые ждали какого-то волшебного пинка и так далее. И вот это вот чувство еще сильнее ускорит ваш бизнес, потому что огромное количество людей загораются желанием получить то же самое, что и вы, что ваша команда. И вы знаете, Октябрь, конец года 2024, он характеризуется тем, что в компании появятся люди, которые будут зарабатывать более 10 миллионов рублей э, в месяц. Он будет характеризоваться тем, что накопится большое количество людей, э, которые получат большую количество результатов по продукту и уже не вы будете искать людей а люди сами будут искать продукт покупать его я уверен что к концу года у нас наконец начнет формироваться мирное небо над головой да 24 год будет непростой, причем будет непростой на всей планете. Сейчас идет глобальная большая перестройка. Вот мир в том виде, в каком он существовал, он уже никогда не будет существовать. Он преобразовывается. И когда человек является хозяином своей жизни, вы дадите возможность большому количеству людей с уверенностью смотреть в будущее. А когда человек а, смотрит с уверенностью в будущее, на задний план уходят страхи, раздражения, агрессия. А, люди, когда а, занимаются любимым делом, а, они не хотят ни воевать, ни отнимать ни у кого ничего, ни враждовать ни с кем-то. И а, так как мы строим большой глобальный бизнес, а, уже в этом году у нас будет запускаться бизнес в других городах, в других странах. А, и это все будет способствовать а, улучшению а, взаимоотношений людей на планете. А, и, а, наверное, каждый хотел бы жить в безопасном мире, но а, есть два варианта: первое ждать, что кто-то будет создавать этот мир за вас, а второе это самому участвовать в этом. И вот а, ваши мечты, ваши большие мечты и цели, чем большее количество людей они э, заразят, чем большее количество людей в это вовлечется, тем спокойнее и лучше будет жить на планете. Потому что когда люди здоровы, когда они не боятся, что им запустят очередной вирус, да, э, что их будут травить, что их будут ограничивать, э, для чего нужны люди вот такие больные, бедные и так далее. Ими очень легко манипулировать, ими очень легко управлять. Когда человек свободный, когда человек с деньгами, когда человек с хорошим здоровьем, он превращается в Творца. Ему не нужно, чтобы кто-то ему указывал, как жить и так далее. И сейчас на планете есть все. И технологии, и продукты. Для того, чтобы не было ни бедных, ни голодных, ни больных и так далее. И вот в какую сторону качнется мир, почему сейчас идет глобальная перестройка, потому что деньгами управляет маленькая кучка людей, Один, менее 1% людей владеют там, более 60% всех денег. Они им не нужны. И все, о чем они думают, это как сделать так, чтобы для, для других это не досталось чтобы все больше э, текло к ним, а остальных ничего не было, тогда ими легко управлять. Вот. И тогда, как, так как технологии развиваются, появляется много лишних людей на планете, которых нужно утилизировать. Мне не хочется в первые дни года об этом говорить, но это так. Если вы это понимаете, то вы понимаете, что вы можете быть э, человеком, который как раз э, содействует тому, чтобы всего... И всем на планете хватило, потому что 10% денег, которые на сегодняшний день э, тратятся на гонку вооружений, на то, чтобы убивать людей, да, хватит на то, чтобы раз и навсегда решить на планете проблему э, голода, например. Да, а сейчас ни, ни для кого не секрет, что до сих пор люди умирают от голода, э, чтобы раз и навсегда лишить проблемы. Э, там бездомных и так далее, а, потому что денег на планете с избытком, а, и мы с вами люди, которые несем технологию, как минимум здоровье. Когда человек здоров, он может работать, он может зарабатывать, и только от него зависит, а, чем он занимается, сколько заработает, каких целей достигнет. Но для этого должны быть цели. И вот сейчас мы с вами переходим к бизнесу, да, и здесь очень важно понимать, что основатели компании, руководство компании, работники компании, это люди, которые для вас создали самый, может быть, там хороший инструмент, создают самые лучшие продукты. Они вкладывают в это жизнь, они вкладывают в эту любовь, они вкладывают в это Знания, например, продукты, которые у нас в руках, это там десятилетия работы ученых. Понимаете, десятилетия люди жизнь положили для того, чтобы появился этот продукт. А вот дойдет ли он до людей, будут ли люди им пользоваться и получать свои результаты, восстанавливать здоровье, наполняться энергией, быть красивыми, да, это зависит от нас с вами. Чем большее количество людей, будет пользоваться продуктом и хорошо себя чувствовать, тем спокойнее и лучше будет мир на планете. Тем э, богаче будете становиться вы, тем больше э, будут зарабатывать э, все люди, которые так или иначе причастны к производству продукта, к производству и добыче материала, из которых он делается, да, к выращиванию овощей, фруктов, ягод, из которых делаются наши продукты. То есть огромное количество людей а, улучшают свою жизнь только благодаря тому, что вы делаете свой бизнес. И мы с вами как в, в компании, а, ну как в лодке, где каждый заинтересован в успехе. Вот это, почему я сегодня об этом говорю, потому что, помните еще раз, успех – результат действий, а действие – результат решений. Если у нас ну, нету сильного внутреннего решения, зачем, ответа на вопрос, зачем я занимаюсь этим бизнесом? Соответственно, вы ну, будете заниматься так, постольку, поскольку, где-то на десятом плане. И если нет сильного решения, при первых трудностях вы его бросите. Да? Потому что будут встречаться люди, которые будут прикалываться, которые будут э, не верить в продукт, не верить в бизнес, не верить в вас и так далее. И все это вам будут высказывать, да, потому что э, большинство людей настроены так, что лучше я ничем не буду заниматься, ну и другого отговорю. А то как-то некомфортно мне будет в душе, если я тут буду сидеть в болоте, а он успеха дает, достигнет. Да? Именно поэтому люди так начинают там, э, э, прикалываться, издеваться над вами они а некоторые вас таким образом тестируют да то есть стоит ли с вами двигаться дальше да если вы сливаетесь если вы с ними соглашаетесь ну соответственно они такие себе очередную медальку на грудь повесили какой я крутой там еще одного утопил да а если вы приверженец идеи, если у вас сильное внутреннее решение, вам вообще все равно, что думают другие люди, вот тогда вы становитесь центром притяжения. В этом в современном мире вы либо играете в сильной команде, либо остаетесь на обочине жизни. Вот новая волна – это сегодня сильная команда, в которой есть все инструменты для того, чтобы добиться успеха. Но вам нужно это понимать и осознавать, что вы в компании вместе на одной волне, не зря говорят, будь на волне, да, вот на одной волне с руководством компании и реализуете мечты очень многих людей или, или являетесь к мостиком к реализации мечты. Вот. И когда вы начинаете встречаться с человеком, или собираете зал, или вот приглашаете на презентацию на Zoom, да. Человек, приходящий на презентацию или приходящий на встречу, перед тем, как проводить эту встречу, провод... перед тем, как проводить человеку презентацию, вам нужно понимать: что у человека в голове есть всего лишь пять вопросов, когда вы ему предлагаете бизнес, когда вы ему предлагаете какую-то возможность реализовать его мечту, его цель, его желание, да. И я рекомендую сперва говорить о целях, сперва о мечтах, потому что пока вы не знаете, что хочет человек, помните всегда, бесполезно ему что-то рассказывать. Вот когда вы выяснили, что он хочет, вы можете показать, как он это может достигнуть. И вот когда вы будете показывать, ведь бизнес сам по себе это всего лишь инструмент в руках человека для того, чтобы он мог жить той жизнью, которую он мечтает. Если он не знает, о чем он мечтает? Если он не знает, что он хочет, как говорят, есть хорошая пословица, нет ни одного попутного ветра для корабля, который не знает, куда плыть. Вот точно так же для человека, что бы вы ни предложили, он не знает, что он хочет. Бесполезно. Но когда э, вы поговорили о мечте, вы начинаете рассказывать, как он ее может осуществить, вот здесь человек интересует пять вопросов когда вы ему предлагаете бизнес. Всего лишь пять. Я сегодня не говорю про продукты, не буду говорить. Да? У нас, если говорить про продукт, он нужен всем. Это аксиома, потому что здоровье – это самое ценное, что есть в нашей жизни. Да? Соответственно, он нужен всем. Но бизнесом занимается внутри дух предпринимателя всего у 7% населения. Почему? Не всегда, вот чтобы… Не делали всегда, все не будут предпринимателями. Ну, так устроено, потому что для этого нужны навыки, качество предпринимателя. Да, их любовь в себе может наработать, да, их любовь в себе может взрастить если э, у него есть какое-то сильное желание да, на основе сильного желания он принимает решения, а сильный, потом начинает в этой области действовать, взращивая в себе эти навыки предпринимателей, потом он достигает успеха. Но 7% людей, у них эти навыки внутри, врожденные есть, да, их можно отобрать. Вот когда вы говорите о бизнесе, человека всего 5 вопросов интересует пять вот запишите их себе если вы во время презентации на них ясно четко ответите вот тогда а, ну снимаются многие вопросы барьеры в принятии решения и человек легко принимает решение вопрос первый чем нужно заниматься да вот про что ваш бизнес что нужно делать да второй вопрос сколько можно заработать занимаясь этим бизнесом Вопрос третий. Что нужно делать для того, чтобы эти деньги заработать? Четвертый вопрос. А смогу ли я, в принципе, да? Может, мне это недоступно. И вопрос пятый, который в голове у человека, это помогут ли мне в этом процессе? То есть пять вопросов, которые в голове у человека сидят. Чем заниматься, сколько можно заработать, что нужно делать, смогу ли я и помогут ли мне? Вот когда вы, презентуя бизнес, отвечаете на этих пять вопросов, внутри у человека снимаются все барьеры, и там есть вопрос весь. Есть ли у него в принципе желание что-то делать или нету? Если желания делать нету, вот что бы ему предлагать, можете дальше, дальше времени тратить. Бесполезно что-то предлагать. То есть он все равно ничего делать не будет. Но если вы провели презентацию, ответили на эти пять вопросов, соответственно, и у человека есть первое цель, второе сильное желание ее достичь, и третье решение начать действовать. Вот если эти факторы есть, вы получили человечка в команду, с которым вы будете дальше двигаться. И наш бизнес это как раз построение системы отбора и обучения людей для построения большого бизнеса. Системы отбора и обучения людей для построения большого бизнеса. Вот навыки, которые мы даем, они могут быть использованы в любом бизнесе, потому что любой бизнес без умения построить клиентскую сеть и без умения продаж мертв. Вот какой бы хороший продукт, товар или услугу у вас не были, если вы не умеете это продать или рядом с вами нет людей, которые это могут продать и донести до, до других. Соответственно, дохода никакого не будет, ваш бизнес мертв. Но если вы этими навыками обладаете, если вы можете формировать команду и умеете продавать, чем бы вы ни занимались, вы будете преуспевать. Соответственно, у нас сами, напоминаю, продукт, который нужен всем. Поэтому в этом плане легко. К концу 2024 года накопится большое количество результатов по продукту, соответственно, и будет очень легко находить клиентов. То есть они, вернее, сами будут искать продукт. Но эти клиенты будут попадать в команды тех людей, которые научились и к этому времени построили бизнес это как знаете, допустим, в море появилось много рыбы, Но кому эта рыба достанется? эта рыба достанется тому, у кого есть сети, у кого есть снасти для того, чтобы эту рыбу ловить. А, поэтому здесь то же самое, вот люди, которые в начале этого года хорошо поработают, они и соберут лучшие а, урожаи. и самые важные критерии для отбора людей, чтобы у человека была цель и желание этой цели достичь. Вот такие люди нужны вам в команду, и такие люди будут добиваться лучших результатов. Вот. И когда есть вот это понимание, вот теперь можно переходить к деталям и рассказывать людям о продукте, маркетинг-плане, компании, команде только тогда, когда у человека есть цель и есть желание. То есть у него есть амбиции. Вот. Ну, конечно же, нам нужны открытые люди, которые готовы слушать. Потому что у человека может быть цель, у него может быть желание, но он зомби какого-то действия. Вот он, как знаете, некоторые, как вот муха стекло бьется, рядом форточка, да, то есть можно вылететь и получить свободу. Она добится об стекло. Вот так есть люди, как зомби, добится в какую-то сферу. Я добьюсь успеха здесь, я там это... И они закрыты, они не готовы слушать. Поэтому тоже бесполезно рассказывать. Но если человек открытый, и у него есть цель и желание достичь этой цели, вот тогда вы ему рассказываете, показываете возможность, и он ее использует. Вот. И а, если мы опять возвращаемся и говорим о бизнесе, первое, что будет интересовать человека, особенно амбициозного человека, ему очень важно научиться показать деньги. Uh, у меня сейчас к вам вопрос. Uh, нужно ли детально разобрать маркетинг-план, или мы лучше поговорим сразу, как показать деньги, uh, и предполагается, что люди, которые сегодня на нашем Zoom, uh, уже маркетинг-план знают, более-менее знают, да, что платят у нас, за что платят, сколько платят, проценты какие и так далее. Нужно маркетинг-план рассказывать. Если нужно, поставьте плюсики. Если не нужно, а... как показать деньги, я сразу покажу. Напишите маркетинг или деньги. Супер. Супер. Все сразу деньги покажи. Нафиг нам маркетинг. Молодцы. Это хорошо. Это хорошо. А то, вот, Наталья пишет и то, и другое. Просто, если разбирать сейчас маркетинг-план, это, ну, примерно еще 20 минут времени займет. А у меня еще много чего, что нужно разобрать. Запись будет. Нужна, запись есть. Марина говорит, за маркетинг у наставника. Но смотрите, друзья, давайте так. Маркетинг вы можете либо с наставником разобрать, либо посмотреть ролики. Они у нас есть. Просто меня сегодня э, Анастасия просила э, маркетинг разобрать. Ну, э, я не вижу в этом особого смысла, если честно, почему? Потому что есть много роликов, э, в которых он разжеван. Э, по косточкам мне проще дать вам инструменты, да, которыми можно пользоваться э, и не тратить время. Поэтому кто кому маркетинг нужен, прямо вот как сегодня у нас закончится Zoom, свяжитесь с наставником и пусть он вам либо ролик даст детально разжевывающий маркетинг, э, либо сам его объяснит. Но а я вам сразу сейчас тогда дам инструмент. Так сейчас. Сейчас, секундочку, которая позволит показывать деньги. Так, экранчик видно. Напишите в чате. Есть вот такая табличка, которая прям сразу считает э, доход. Вы можете ее открыть человеку. Открыть человеку и сразу показать деньги. Видно табличку? Напишите, пожалуйста, в чате. Экран видно, табличку не видно. Так, это плохо. Так, давайте попробуем. Экран белый, да? Так, давайте попробуем отключить. Или вот так сделать сейчас. Поделиться. О, вот так должно быть видно. Просто я сегодня с чужого компьютера. Так. Кузели, зачем рисуешь на экране? Удали, пожалуйста, вот эти свои нарисованные каракули. Спасибо. Хотя не удалились. Вот табличка. Смотрите, есть вот такая табличка. Я вам потом дам ссылочку на телеграм-канал, где материалы, все, о которых я сегодня говорю, в том числе и эта табличка есть. Да? Смотрите, что в ней? В ней первая колонка – количество людей, второе – товарооборот, который мы делаем в CV. Ну вот сейчас, в частности, расчет сделан на, просто на активности, без всяких даже пакетов. И вот в зависимости от того, на какие пакеты заходят люди, будет зависеть доход. Там вот чек в рублях, в чек посчитан только бинар. Все остальные виды дохода даже не посчитаны. У нас есть два вида дохода основных, которые составляют ваш чек. То есть первое – это бинар, второй – матчинг-бонус. Потому, потому что даже просто одного человека найдите, вот такого, допустим, как я, человек выходит на миллион долларов дохода, вы получаете 150 тысяч просто матчинг бонуса. И в принципе 95% людей, там 150 тысяч долларов даже в год вполне хватит для того, чтобы закрыть все их хотелки. 95% людей. Вот вы знаете, многие люди говорят, мне миллион нужен дохода, мне 500 тысяч долларов дохода надо. Да не нужно вам. Вот дайте вам каждый месяц 500 тысяч, вы не знаете, куда их потратить. Вы даже на свою сейчас цель, которую записали, можете взглянуть и, и сразу поймете, что это так. Если вы не знаете, на что вам деньги, они к вам никогда не придут. Большие деньги приходят к людям, у которых большие цели, которые распространяются далеко за пределы э, нужды, потребностей этого человека. Кто-то думает о себе, как свои хотелки удовлетворить, кто-то думает о семье, кто-то думает в масштабах страны, кто-то думает в масштабах города, кто-то думает в масштабах улицы. Да? И вот в зависимости от того, какой масштаб мышления у человека, столько денег к нему и приходит. И вот смотрите, эта табличка, она очень хорошая, потому что она сразу показывает, за какой срок что можно построить. Вот мы видим, что даже если делать все по минимуму, пригласить всего двух партнеров, и каждый из них делает то же самое, работающих, да, и просто на активности мы видим, что на 12 месяц мы выходим на чек более миллиона рублей в месяц, и большинству людей этого хватает. А, а доходя на 15 месяц до квалификации Амбассадор, мы зарабатываем более 10 миллионов рублей в месяц и начинаем получать доход с глобального пула компании. Доход с глобального пула компании это еще плюсом 30-40 тысяч долларов в месяц. Представьте, 30-40 тысяч долларов в месяц вы, а это 300-400... 30-40 примерно миллионов рублей вы дополнительно еще получаете только с глобального пула. Что для этого нужно сделать? Да? То есть запустить процесс. Это проблема вот такой скорости в том, что первые месяцы, вот посмотрите, первые 6 месяцев, первые 6 месяцев вы практически без денег. У вас чек 30 тысяч в месяц, на шестой месяц. А первый месяц там, тысячу заработали, второй месяц, 2, третий, 4, за месяц 4 тысячи. А вам на активность только нужно а, тратить 5-7 тысяч рублей. И вот в этот момент люди, которые двигаются столь медленно, с маленьких пакетов, они сливаются. Вот. Что сделать, чтобы двигаться быстрее? Есть два варианта. Первый, смотрите, мы пригласили всего на одного человека больше. Почему? показывают деньги. Вот пригласили всего на одного человека больше. Смотрите, мы уже директора закрыли на шестой месяц. То есть на шестой месяц мы зарабатываем больше миллиона рублей. Это не как в первом случае, где мы 30 тысяч заработали. На одного человека всего больше. Если пригласили на двух человек больше, ставим 4, смотрите, у нас уже, на э, и все делают то же самое, да, люди повторяют нас, то мы можем квалификацию амбассадор в принципе закрыть за 9 месяцев. И в, э, в этом году навряд ли такие люди будут, да, потому что еще примера нету закрытых амбассадоров. Но в 2025 и в 26 году <coughs> будут в компании люди, которые будут закрывать квалификацию амбассадор менее чем за год. То есть доходить до глобального пула. Для примера, когда я работал а, с американцами, там, конечно, поменьше нужно было объема сделать, да, но на квалификацию, которую обычно закрывали за 9 месяцев за год, которая открывала доступ к глобальному пулу, я вышел за 10 дней. Почему? Потому что компании было 7 лет, все технологии были отлажены. Я просто пришел и пользовался готовым инструментом. А у нас с вами золотой период в компании, да, еще не все построено, еще не все школы отстроены, еще не вся система отстроена. Да? А почему золотой? С одной стороны, тяжелее, да, медленнее двигаешься, потому что все это приходится создавать. Но с другой стороны, у большинства людей, ну не у большинства, вернее, а у всех людей есть возможность получить опыт проходи, всего этого. Это прям на ваших глазах строится. То есть это самое дорогое. У вас могут отнять деньги, у вас могут отнять э, все что угодно, но у вас не могут отнять знания. И самое ценное, что вы получаете в бизнес, это не деньги, не квалификации, не положение э, и даже не здоровье, а знания, которые э, вс ко всему этому приводят. Вот почему нужно быть на событиях, ездить на мероприятия. И первое, чему нужно научиться любому человеку, да, это как раз а, научиться тому, а, набраться лексикона и знаний в этой области. Потому что, когда вы, например, слушаете Алену Вавилову, слушаете Владимира Чернина, вы набираете знаний о здоровье. Когда вы слушаете там меня, Алену Вовк, э, лидеров компании, вы набира... Марию Постол, да, вы набираете знаний по бизнесу. Соответственно, в купе это делает вас как раз ценным специалистом на рынке. А когда вы стали ценным специалистом на рынке, к вам приходят деньги. И никак по-другому. Все хотят ничего не делать, но получают доход. Так не бывает. И даже если это вдруг случайно происходит, вот люди там в лотерею выигрывают, они теряют это день, эти деньги. Меньше года проходит, люди даже, которые выиграли в лотерею по несколько миллионов долларов, они не только теряют деньги, они еще и в долгах остаются. Так жизнь устроена. Но давайте вернемся к нашей таблице. Вот смотрите, первый вариант как двигаться быстрее – это большее количество людей запускать в бизнес. И почему на старте я всегда говорю, подпишите 10 человек влево, 10 человек вправо, потому что не все будут работать. Но на старте за вас работает спонсор, на старте за вас работает команда. Они не будут за вас вечно работать. Они не помогают вам стартовать. И пока они за вас работают, они на вас работают. Вот максимальное количество людей сразу запускайте в бизнес. Потому что... Бизнес это не в том, чтобы быть самым умным, самым быстрым, самым сильным, самым выносливым. Бизнес это в том, чтобы окружить себя такими людьми. Самыми умными, самыми лучшими, самыми выносливыми и так далее. Вот. И, и лучше всего и легче всего это сделать сразу на старте. Поэтому вложиться первые 90 дней будут определять ваш бизнес. Почему? Потому что люди, которые будут приходить, они будут копировать вас или они будут копировать тех людей, которые пришли на вас, которые вас копировали. Понимаете, вы создаете своих клонов. Если вы ленивый жопа, ну, в лучшем случае вы окружите себя ленивыми э, людьми, да, безинициативными и так далее. Если вы просто как этот, э, работаете как веретено шустрый, да, то есть вы будете окружать себя такими же людьми, которые не хотят от вас отставать. Поэтому первый вариант — это запустить большее количество людей если мы запустим пятеро то посмотрите скорость вообще бешеная да а второй вариант возвращаю двоечку второй вариант как двигаться быстрее но мы видим даже при самом плохом раскладе 15 месяцев вы вышли на доход от 10 миллионов потому что двух человек запустить подписать может каждый повторяю каждый вот второй вариант это Большие пакеты. Смотрите, давайте возьмем пакет там Элит 300 CV. Там. Вот мы уже через год до директора дошли и на 12 месяц, а не на 15 до амбассадора. Если мы заходим на максимальные пакеты, да, запускаем дубликацию на максимальные пакеты. Смотрите, уже квалификации у вас пошли со второго месяца. На третий месяц 36 тысяч рублей это средняя зарплата у нас по стране. Соответственно. И на э, десятый месяц мы вышли на амбассадора. Ой, на директора. И на одиннадцатый э, месяц на амбассадора. То есть меньше года нам потребуется на то, чтобы выйти на доход свыше 10 миллионов рублей. Друзья, вот, вот просто на секунду представьте, это вас должно... Быть понимание в голове, и оно должно вас возбуждать. Вот представьте, каждый месяц вы зарабатываете 10 миллионов, ну пускай даже 5 миллионов рублей а, в месяц. Как изменится ваша жизнь? И насколько вам будет плевать на тех людей, которые над вами смеялись, в вас не верили и так далее. Вы с ними даже жить уже не будете на одной улице 100%. Вы будете далеко ваша жизнь коренным образом изменится. Вопрос. Имеет смысл напрячься, найти деньги сразу на большой пакет и стартовать, чтобы у вас было достаточно продукта, чтобы вам не нужно было экономить и так далее. Что делают предприниматели, которые добиваются большого успеха? Они не ждут. Они не ждут. Они сразу все ресурсы все деньги, все силы, все энергию, все время вкладывают по максимуму для того, чтобы сразу получить максимальный результат. Потому что на максимальные результаты идут люди. А это заряжает, это вдохновляет, это возбуждает. Вот представьте, сейчас у нас, помните, я вам говорил, нужно сказать, чем мы занимаемся, сколько можно зарабатывать. И вот на вопрос, сколько можно зарабатывать, вот яркий пример. В конце года у нас в Казахстане пришла новая команда, и люди с первого же месяца вышли на доход больше 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов — это больше миллиона рублей с первого месяца. Не как вот у нас в таблице даже да, на седьмой месяц, а с первого месяца. То есть почему это возможно? Потому что они не двух человек пригласили, вот, если мы сейчас еще и здесь в табличке поменяем, да, допустим, смотрите, три человека ставим, мы уже на миллион на, выходим на четвертый месяц, ставим четырех человек, мы на миллион выходим на третий месяц, ставим пять человек запустили в бизнес, мы на миллион выходим э, на второй месяц, да, соответственно, а если ставим, что мы запустили сразу шесть человек Которые на максимальные пакеты. Вот мы сразу вышли э, на миллион на второй месяц. Но эти люди двигались еще даже быстрее. Почему? Дубликация быстрая. То есть, вот здесь просто дубликация расписана 6 человек в месяц, а они там двигались 4-5 человек в неделю или в день. То есть периоды вот здесь могут быть. Uh, у меня, в ну, я все приводил примеры помесячно, если, да, то есть там два человека в месяц, следующий месяц, Но нам никто не мешает два человека в неделю, нам никто не мешает два человека в день подписывать. То есть чем быстрее вы стартанете, тем быстрее вы выйдете на пассивный доход. Uh, поставьте плюсик, кому табличка понравилась, и кто ее будет использовать. И минусик, кому не понравилось. И нолик, кто нифига не понял, как она работает. Супер, супер. Так, как деньги показывать, мы с вами разобрались. Давайте двигаться дальше. Что теперь делать, как запу запустить себя в бизнес в первую очередь, а потом... Э, запускать других людей, которые будут вас повторять. Потому что помним, что наша задача это клонироваться, запустить свой успех. А, так, сейчас я другой слайдик включу. Так, вот. Слайдик другой включил, да? Наша программа на 90 дней. Что нужно делать 90 дней да, для того, чтобы добиться результата? И вот сейчас очень важно, возвращаюсь, понимать, что сейчас очень удачный момент времени. Первые три года в компании это самый благоприятный. Войти в 1% людей, которые станут долларовыми миллионерами первые три года в компании намного проще чем, например, там, на пятый, десятый год. Это тоже будет возможно. Вот я в компанию в американскую да, пришел, ей 7 лет было. Да? И год и 8 месяцев у меня потребовалось для того, чтобы а, заработать свой первый миллион долларов. Год и 8 месяцев. Это тоже будет возможно. Но в первый год это, это делать значительно легче. Почему? Потому что вся компания работает на вас на тех людей, которые э, активничают. Да? Соответственно, потом она будет работать уже на тех лидеров, которые уже добились успеха. Э, и вам нужно будет пробиваться, вам нужно будет делать больше и быстрее, чем все остальные. На старте вообще не обязательно обладать выдающимися качествами. И этот год, как я уже сказал, будет э, особенный, потому что именно в этот год появятся первые перворублевые миллионеры, а потом долларовые. Вот, поэтому от вас нужно сильное решение. А, и вернемся к программе 90 дней, да? То есть, что нужно делать, чтобы вот это сильное решение гарантированно дало вам результат и не только вам, а, а людям, которые последуют за вами. Итак. Это, как знаете, свой, своего рода чек-лист. Его нужно просто иметь. Если у вас нет результата, если нет чека, если он не растет, просто открываем чек-лист и смотрим, какой пункт я не делаю. Вот гарантированно найдете ответ сразу на свой вопрос. Вы можете верить, можете не верить, но если вы будете двигаться вот по этому чек-листу и делать это первые 90 дней и обучать этому своих людей, то вот этот самый медленный, вот сейчас то, что было в табличках, самый медленный человек, самый медленный, все равно за... через полтора года выйдет на чек в 10 миллионов рублей и выше. Итак, первый, самый главный пункт, да, это быть активным. Быть активным и проверять активность в, в ваших людей в системе. Вот с... просто запишите себе, если мой человек неактивный какой-то, Просто сразу переводите его в разряд клиентов в своей голове. Не надо ему говорить, может быть, об этом, для себя. Переводите его в разряд клиентов и не тратьте на него время. Не надо для него встреч проводить и так далее, особенно если у вас уже есть ваших как минимум два работающих. Вот сконцентрируйтесь на и них и на их командах. Не тратьте больше времени на людей, которые неактивны. Все. Это аксиома. Дальше, второй пункт. Активно пользоваться всеми продуктами компании. Вот здесь ключевое слово ⁇ всеми. У вас всегда должны быть все продукты. Конечно, у вас будут любимые продукты. Конечно, у вас будут продукты, может быть, один, который будет делать 80% всего товарооборота, потому что он любимый, вы чаще всего о нем рассказываете и так далее. Но как предприниматель, вы должны иметь все продукты и их как минимум попробовать. Дальше. Третий пункт очень важный. Научиться приглашать на встречу и презентацию. Это первое, что нужно делать спонсору с человеком. То есть научить его приглашать, чтобы он не испортил свой список имен. Чтобы он не испортил свой список контактов. Первый человек, которого вы должны пригласить в начале бизнеса, не давайте людям приглашать вообще никого, никому ничего рассказывать, пока он не, не, начал, не научился приглашать вас. Поэтому если у вас не получается приглашение, прям сегодня свяжитесь со своим наставником и поприглашайте его, пока он не скажет, все, можешь приглашать. После этого, после этого, каждый день, каждый день, хотя бы одного человека угощать продуктом и каждый день хотя бы одному человеку рассказывать о бизнесе. А вот для того, чтобы кого-то угостить или рассказать о бизнесе, нужно научиться приглашать не рассказывай ничего по телефону, то есть назна... организовывать встречи, вот на, на этом этапе вот хотелось бы прям вам пример привести, когда я только начинал заниматься серьезно начинал заниматься бизнесом, потому что я пробовал заниматься еще работая, да, а, а вот когда принял серьезное решение, что все я занимаюсь бизнесом, я тогда работал еще в банке, вот что я делал я себе поставил цель каждый день. Две-три встречи проводить. Для того, чтобы у меня состоялось две-три встречи, я приходил на работу. Я значительно быстрее делал работу. То есть у меня цель была до обеда уже сделать все свои дела, которые нужно было сделать на работе. А после обеда я садился и на вечер приглашал людей на встречу. То есть моя задача, вот в 7 часов у меня рабочий день заканчивался, организовать было две-три встречи. Для того, чтобы состоялись две три встречи, мне нужно было на каждый час приглашать по 2-3 человека. Да, потому что я организовал встречи с наставником. Вот. И я на час назначал 2-3 встречи. Соответственно. Моя цель была какая? Быстро стартовать. Чтобы через месяц можно было закончить с работой совсем. Моя цель была, первое, это выйти на доход такой же, с бизнеса, как был у меня доход на работе в банке. И за первый месяц я эту цель выполнил. Я как сейчас помню, июль 2003 года, цель выполнена, я написал заявление, уволился, все с сумасшедшими глазами на меня смотрели. И с тех пор больше никогда в жизни ни на кого не работал. Июль 2003 года. Поэтому... Если вы каждый день будете хотя бы одного человека угощать, тогда у вас как минимум 2-3 человека как раз за первый месяц подписываются. Если вы будете большее количество встреч в день проводить, да, и большее количество людей угощать и рассказывать о бизнесе, соответственно, у вас будет не 2-3 человека, а больше, и вы двигаться будете, вот как мы по таблице смотрели, гораздо быстрее. Дальше. Минимум две презентации или вебинара в неделю у вас должно быть. Первые 90 дней – это просто обязательное условие, потому что вам нужно быть в контексте, вам нужно набраться лексикон. Вы на вебинары, презентации, школы ходите не для того, что «Ой, я что-то новенькое узнаю», а для того, чтобы это стало вашим естественным лексиконом. Как вот знаете, как иностранный язык учить. Вначале ни хрена не понимаешь, потом начинаешь понимать, но еще не можешь разговаривать, нужен словарь, да, потом ты начинаешь хорошо говорить. И так в каждом деле. Вам нужно набраться словарного запаса э, и понимания. Поэтому э, набирайтесь, поэтому две презентации. И что важно? Э, на эти презентации не просто ходить, а на каждую презентацию... На каждую школу по продукту вы приглашаете людей. Это самое простое. Быть всегда с людьми и контролировать, пришли эти люди или нет. И плюс все ваши люди, которые уже подписались, вы тоже контролируете, есть они на школе или нет. Если нет, то звоните. Вот как я сегодня начинал с чего нашу школу, да, с того, что посмотрите, ваши люди все на школе, или вообще они есть. Если не еду, позвоните и пригласите. Потому что я надеюсь, что вы сегодня что-то полезное. Поставьте, кстати, по десятибальной системе, сколько пользы вы уже на сегодняшний день, на сегодняшний момент получили. По десятибальной системе. Татьяна сотню поставила. Это значит превысила. Вот видите, все десяточки ставят. Спасибо за обратную связь. Приятно, когда вы отзываетесь. Спасибо. Так вот, на школах. Дальше, следующий пункт. Каждый день быть на связи с наставником. Каждый день. Не ждите, когда он вам позвонит. Сами звоните. А идеально утром и вечером. Утром планируете и говорите, что планируете сделать за день. Вечером подводите итоги. И если вы это делаете, вам наставник всегда каждый день может подсказать, как сделать лучше, что улучшить, что усилить в бизнесе. Это самое важное, потому что предприниматель это тот человек, который не просто делает действия, а максимум сделал действие, потом проанализировал, что можно улучшить, а потом улучшил и снова сделал максимум действий. Только так ты получаешь максимально быстрый и эффективный результат. Так делают все миллиардеры. Вот. А для этого нужно иметь обратную связь. Быть на связи с наставником. Дальше. Билет на ближайшее событие. То есть вот у нас с вами ближайшее событие, и оно, кстати, показывает силу решения. Ближайшее событие у нас в Сочи. Уже буквально через 4 дня, друзья мои, мы с вами встретимся в Сочи. Из вот этих морозов 25 градусных мы перенесемся в тепло, бассейн, купание, кайф. Но мы соберемся туда не только, чтобы покайфовать и покупаться, а для того, чтобы еще более глубоко прокачать многие вещи, многие темы, спланировать работу. Вот самый лучший, наверное, совет, который мне дали, из чего, собственно, и начался рост моего бизнеса. Да? Это работать только с теми, кто на событии. Вот как бы не было обидно, всегда есть, знаете, близкие люди, друзья, а, а, там, которые пришли, откликнулись, поддержали тебя на старте, да, но которые ни хрена не делают. Но в определенный момент тебе нужно сосредоточиться, помните, я вам сказал, работать с теми, кто активный, и те, кто на 100% в бизнесе только тогда начнется ваш результат. Так вот, человек, который на 100% в бизнесе, это человек, который не пропускает событий. И это критерий. Потому что бить себя в грудь и кричать, я крутой, я буду работать, мы с тобой там миллионерами станем, может любой. А напрячься, и когда у тебя еще нет денег, нет доходов, когда ты работаешь, да, вырваться из вот этого круга, порочного который тебя держит как болото и начать двигаться и поехать на события в окружении попасть людей которые собственно э, имеют результат вот это дорого стоит и именно в этих людей дальше нужно вкладываться поэтому события и билет на ближайшие события у нас события ближайшие в сочи следующее большое событие у нас будет в москве годовщина компании это то, что вообще нельзя пропустить. То есть вот на таких событиях рождаются лидеры, на таких событиях приезжают люди, которые ни во что не верят, в себя не верят, ни во что, а уезжают с крыльями за спиной. У них просто, знаете, как вытащили старую программу бедности и вставили программу успешного человека. Ну или наоборот, у него ничего не поменялось. Ну все, вы опять решили проблему. Не надо больше тратить на него времени. Он понял, что это не для него хорошо, вы не тратите больше времени. Такое тоже бывает. Вот. Но события ⁇ это вот то, где все происходит. Дальше. Следующее. Иметь четкий план достижения квалификации амбассадоры выше. Вот мы сегодня с вами разобрали план. Он у вас вот прям распечатайте э, вот эту табличку, которую мы смотрели. Выберите себе скорость, какой, с которой вы двигаетесь, хотите. И пусть это будет в вашем блокнотике. Начинайте презентацию с этого. С каждому человеку прям показывайте, с какой скоростью он хочет двигаться, и эту табличку тоже ему распечатывайте, давайте, чтобы у каждого вашего человека был план, как добиться до квалификации амбассадор. Потому что вот амбассадор это полноценный стопроцентный уже остаточный доход. Потому что вы начинаете получать процент со всего оборота компании. Дальше. Следующий пункт. Ежедневно, это очень важно, читать минимум 30 минут стартовую литературу. Список стартовой литературы тоже вам дам. И 30 минут смотреть какие-то презентации, в общем, любую информацию о бизнесе. Тренинги какие-то слушать, тренинги по продажам. Вот кто сейчас проходил марафон Александра Петрищева, это как раз то, что вам нужно. И кто не проходил, вам вот идеальный совет, что когда вы запускаете нового человека в бизнес, сразу его, чтобы он купил марафон, и он как раз будет на первые 30 дней, вам 90 дней надо смотреть, но хотя бы первые 30 дней они уже вырабатывают привычку. Почему это важно? Потому что бедность это прошивка в мозге. Какие бы вы действия ни делали, пока вы не перепрошьете свой мозг ничего не поменяется. Даже если вы будете выполнять вот все вот эти вот пункты, но если вы не меняете свой мозг, если вы не меняете перепрошивку мозга, ничего не поменяется. Это знаете, как наступать на грабли, получать по лбу и в следующий раз говорить, вот в следующий раз наступлю, по лбу не получу. Или буду научусь уворачиваться, да? Нет, друзья, надо не научиться уворачиваться, а нужно перестать наступать на грабли. А для этого нужно менять мышление. И именно книги и тренинги позволяют вам поменять мышление и набраться навыков, которые вас приведут, собственно, к успеху. И для этого 30 минут в день. Дальше пройти стартовый марафон, ну это вот как раз в вот эти вот 90 дней, и э, там есть еще вещи, э, которые вот в канале я собрал для стартового марафона. Там тоже он расписан у нас марафон этот. Пройти стартовый марафон в нем как раз раскладывается вся основа бизнеса: что делать, как делать и зачем делать. Вот. Ну и соответственно цель сразу поставить провести три презентации за эти первые 90 дней то есть научиться не только слушать сидеть презентации а научиться их проводить самому потому что наш бизнес это сперва вы ученик потом вы делатель потом вы тренер а потом вы тренер тренирующий тренеров вот когда эти четыре этапа прошли вы построили полноценный свой собственный бизнес, который вообще ни от кого не зависит. То есть вы теперь можете запустить бизнес в любой компании, в любом бизнесе, в любом направлении. Потому что вы научитесь подбирать людей, формировать команду, делать продажи и создавать устойчивую систему сбыта. Вот. Поэтому, друзья, вот вам Стартовые вещи. По каждому пункту мы будем еще говорить на школах подробно, более глубоко. Вот, на этом я заканчиваю. Список литературы необходимой на 90 дней, стартовые 7 книг, они тоже на канале есть, на котором вот эта таблица. Если у вас нет доступа к этому каналу, скажите я вам, я его давал на зарядках, поэтому те, кто зарядки посещает, у них у всех есть. Повторите четыре этапа. Четыре этапа каких? А, сперва ты ученик, потом ты делатель, то есть ты свои знания начинаешь реализовывать в жизни, у тебя формируется команда, потом ты становишься тренером, тренируешь свою команду, а потом ты становишься тренером, тренирующих тренирующим тренеров. То есть ты обучаешь свою команду обучать своих людей. Вот только, только в таком порядке бизнес запускается и становится э, ну, безграничным. То есть он может расти безгранично. Вот. Э, спасибо. Спасибо, друзья. Э, у нас с вами незаметно пролетел я рассчитывал на час, но мы с вами уже полтора часа общаемся, поэтому надо закругляться. Всем желаю не затягивать, прям с сегодняшнего дня провести для себя чек-лист, чего вы делаете, чего не делаете, и начать это делать первые 90 дней с сегодняшнего прям дня. Ну и если вы меня услышали, то до встречи в Сочи. Вот. Доступ к каналу, пожалуйста. Доступ к каналу. Сейчас я вам сюда скину ссылочку. Одну секунду. Одну секунду. Сейчас в чат брошу. Так. копируем. Теперь в чат. Если получится. О, получилось. Вот вам ссылочка. Возьмите ее. Там много еще другой полезной информации. Это вот то, что для новичка нужно прям. И всем своим людям дайте, чтобы по ней запускали. Чек-лист там есть табличка есть, список литературы есть, презентация нужная для бизнеса есть, презентации по продукту есть, список всех каналов компании есть, все в одном месте. Вот. Все, друзья, хорошего вам дня. Не откладывайте на завтра бизнес, прямо сегодня уже начинаете зарабатывать, потому что идеально бизнес у вас, когда каждый день вы зарабатываете деньги. Если у вас хоть один день вы не заработали ни рубля, соответственно, вы еще не в бизнесе. Поэтому у вас есть два варианта всегда. Либо лично подписывать людей, либо помогать своим людям кого-то подписывать. Соответственно, и в том, и в другом случае вы каждый день зарабатываете деньги. И вот так запускаете процесс. Все. Всем хорошего дня, хороших чеков, хорошего здоровья, хорошего настроения. До встречи в Сочи. Пока-пока. Благодарим тебя, Сергей, за такую важную, отличную школу. И сейчас нас ждет розыгрыш. Всем оставаться. Сейчас подключится к нам Анастасия Гореева, директор по развитию сети. Да, я уже здесь. Алена, благодарю вас. Добрый день, уважаемые партнеры. Я рада вас всех приветствовать. Поздравляю всех с наступившим 2024 годом. И в 2023 году мы закладывали с вами фундамент. И в 2024 году мы с вами уже будем пожинать те плоды. Ну а кто-то будет только для своего бизнеса закладывать фундамент. И первое, с чего мы начнем, мы начнем с новогодних каникул. Видно экран, да? Ален, видно? Да, видно. Видно, да? И мы начнем с вами с новогодних каникул. Я буквально 2-3 минутки перед тем, как мы перейдем к розыгрышу, пробежусь, пробегусь с вами по этому важному мероприятию, потому что новогодние каникулы это будет не случайное мероприятие. И на самом деле новогодние каникулы уже начались. Мы уже вчера начали потихонечку выкладывать нужный контент в группу новогодних каникул. Кстати, кто купил новогодние каникулы и вас еще нету в чате, у нас есть специальный чат для новогодних каникул. Пожалуйста, напишите мне в Телеграме в личку, я вас туда добавлю. Можете написать Ксении Ротачева, если у вас нет моего контакта. Значит, и 10-14 января это будет необычные новогодние каникулы, потому что мы и отдохнем, да, это и горячий бассейн под открытым небом. Это и Красная Поляна путешествия. Не буду сейчас показывать все слайды. Это и прогулки а, на, на фонтаны, на поющие. Да, это совместное времяпровождение тех людей, которые объединены одной большой целью. Это первое. Второй момент, это очень важно, это день тренингов. Да, вот она, Красная Поляна прекрасная, которую мы с вами увидим. Это энергия гор, это энергия моря. Да, то есть наша задача ⁇ запустить в начале года правильно энергию. Это энергия гор, энергия моря, это воздух потрясающий, это то, что нужно нам для пользы, для здоровья, потому что все начинается с внутреннего ресурса. То есть первое, когда мы в начале года ставим себе цель, второе, нужно посмотреть, а есть ли у меня ресурсы для реализации этой цели. И вот ресурсами как раз-таки для нас с вами это является им как мы высыпаемся, и как мы себя чувствуем. И слава богу, что мы пьем, но не ультра, и, вейф, и мы себя чувствуем прекрасно, у нас иммунитет в норме. И какие знания мы имеем для того, чтобы реализовать свои цели, какие у нас есть навыки, опыт. Да, кто-то сегодня еще в нашей команде приобретает этот опыт, эти навыки, да, а кто-то уже активно двигается. Поэтому все это, конечно, в сетевом бизнесе идет параллельно. Как раз-таки навыков, это третий день, 12 января. Это будет день тренингов. Это когда а, мы погрузимся в атмосферу. Это будет необычный день. А, да, а, это буду и я давать Анастасия Гореева тренинги, Алена Вовка, Сергей Савич, и Евгений Матвеев. И а, к нам прилетает салтанат Бурлебай. Это человек, который за месяц закрыл супервайдер среди звезды. И она также будет давать тренинги, как она это сделала и как она использует социальные сети для продвижения своего бизнеса, потому что все, что она сделала в бизнесе, она сделала благодаря социальным сетям. Но об этом она тоже расскажет, потому что это просто феричный был результат, да, Supervisor первый да, за три месяца. Ее люди приходят два месяца, сори. Ее люди приходят в команду, и там будет одна из девушек, которая закрыла менеджер три звезды за две недели. Вот так, как раз об этом, обо всем вы узнаете 12 января на дне тренингов. И, конечно же, 13 января нас с вами ждет потрясающая новогодняя вечеринка. Нас с вами ждет гала-ужин. Нас с вами ждет, ждет важное событие «Люди года», да, номинации которой уже мы уже знаем, да, кто будет победителями. Но обо всем об этом мы расскажем на событии 13 января. Итак, новогодние каникулы для многих это будет началом очень большого пути. Итак. Так, сейчас появится Анастасия одну минутку. Какое замечательное путешествие нас ждет. Так, да, у меня я смотрю <coughs> звук. Так, а, теперь, ну, давайте, друзья, перейдем с вами к розыгрышу, да, потому что новогодние каникулы, кстати, кто еще хочет купить путевки? Вы еще успеваете забежать в последний вагон уходящего поезда, потому что. А у нас еще есть несколько мест, да, кто-то приболел, у кого-то какие-то обстоятельства, да, ну а те, кто нацелены на большой результат, они, конечно же, знаете, как, как мы любим по-русски, да, забежать в последний вагон уходящего поезда. Поэтому новогодние каникулы... Да. Слово «приболел» для бизнеса вообще не катит. Есть две причины, есть всего две причины не быть на событии. Первая причина — это смерть. Вторая причина это роды. Все, третьих не существует. Извини, что перебил, продолжаем. Да. да, давайте дальше. Сейчас я открою нужный слайд. Давайте перейдем с вами. Значит, друзья, давайте сделаем а, с вами такой важный момент. Это, а, так. Фамилии я вам все выслала. Так, давайте промо. Давайте напомним с вами, что за розыгрыш у нас сейчас будет происходить. а в списке не все выходим, были, Мологодие. кстати. А, нет, нет, все нормально. Все, всех внесли, все сделали. Так, mm. поехали. Так. Что входит в карту зеленого дракона? Значит, я просто напоминаю, в розыгрыше участвуют все те люди, которые получили зеленого дракона да, они получили в подарок. Это те люди, которые сделали в период с 28 января, ой, декабря по 5 января закупку на 100 CV и больше. Они получают в подарок бат и монобустер. Они получают в подарок 1000 travel баллов промокод на день рождения и активность в любой месяц в году на ваш выбор. Карта «Зеленого дракона» будет отображаться у вас в личном кабинете. Хочу сразу обратить ваше внимание, что travel баллы будут вам начислены, и отображение карты будет после 20 января, когда мы вернемся с новогодних каникул, потому что все наши сотрудники, они выезжают, выезжают 29 20... числа, уже будут в поездах, в самолетах. Поэтому этот момент тоже имейте в виду, многие уже задают вопросы, много приходит писем в поддержку. Значит, дальше. Те люди, которые купили Значит, паки на 100 CV и больше, карты зеленого дракона, промопаки 3630, 3629 и 3628. Участвуют сегодня в розыгрыше серебряной карты. Серебряная карта также будет у вас отображаться в личном кабинете и будет давать определенное преимущество. Вы помните, что в декабре мы разыграли золотую карту, а сегодня мы разыгрываем серебряную карту. Значит, билет на годовщину компании ⁇ Событие ⁇ Твоя волна ⁇ которая состоится 6 апреля. Смотрите, как символично, сегодня 6 января, и ровно через 3 месяца, ровно, да, 6 апреля будет событие ⁇ Твоя волна ⁇ Это очень символично, да? Крем, наш новый чудо-крем, волшебный крем ⁇ в 10 в одном, ⁇ Тыква-бум, которая всем так нужна после Нового года, ⁇ YonWave ⁇ И также активность в любом месяце в году на ваш выбор, дорогие друзья, и а, вот в канун нового года, да, у нас у нас с вами вообще на самом деле канун Рождества чудеса случаются с теми, кто в них верит, и кто едет на новогодние каникулы. Я вчера вам скинула такой видеоролик, да, где вы видите определенные, ну ну, чудеса, да, то есть вы видите, как у людей в жизни случаются чудеса. И почему это чудо случилось в жизни Юлии Меньшовой, да, потому что она была в состоянии благодати. То есть чудеса случаются тогда, когда у человека есть внутри состояние блага и состояние благодати. И вот сегодня Сергей немножко так ставил, да, я вам хочу сказать, да, конечно же, мы разные, да, Сергей мужчина, я женщина, и мы по-разному смотрим на жизнь, и мы лидеры, и также лидеры, да, есть разные стили наставничества. И я вам хочу сказать, что у меня есть определенный настрой, да, и у команды есть определенный настрой, что в новогодних каникулах не будет случайных людей, да, и, безусловно, есть возраст. Почему я сказала, приболел, но есть у нас один человек пожилой уже в возрасте, да, который буквально сегодня написал, что по состоянию здоровья не может ехать. Но, к сожалению, 80 лет такое действительно может случиться. Вот, и как бы отнесемся к этому пониманию. Мы все с вами люди, да, мы не роботы, и всякое может случаться в этой жизни. Но я вам хочу сказать, что если кто-то еще думает сомневается, решается, в жизни случаются чудеса. Если вы войдете в это состояние благости, да, то вы поймете, вы почувствуете, да, что в вашей жизни может случиться чудо. Я не знаю, как вы, у меня были в жизни решения, когда я принимала решение переехать за один день в другой город. Я однажды приехала с... Китая, с Шанхая, очень благостная была поездка. Я, приехала в Москву, и я поняла, что я хочу жить в Санкт-Петербурге. Я собрала вещи, и на следующий день я уже ехала в Санкт-Петербург, мои вещи ехали транспортной компании. Вот так я переехала жить в Питер и прожила там больше шести лет. Да, то есть в нашей жизни иногда случаются такие решения, вот так же, как и вот освободились места. Может быть, они освободились для кого-то из вас, кто сегодня на этой конференции. Поэтому, друзья, давайте посмотрим, кому сегодня улыбнется чудо. И я начинаю розыгрыш. Итак. Так, 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 так. Мы делаем новую демонстрацию экрана. Есть. И вот он, наш рандом, это специальная программа, 155 записей, из них 22 повтора. Повторы – это те люди, которые купили несколько паков. То есть если вы купили один пак, вы один раз, если вы купили пять раз, ваша фамилия пять раз в списке. Итак, ну давайте, друзья, поехали, посмотрим, кого ждет чудо номер один сегодня, 6 января, в канун Рождества. Итак, Иванов Дмитрий. Иванов Дмитрий, поздравляем вас с серебряной картой. Поехали, друзья, смотрим. Напишите в команде, в чьей команде. Иванов Дмитрий, напишите наставники, пожалуйста, а мы двигаемся дальше. Мы не будем долго томить, всем пора уже идти отмечать канун Рождества. Итак, Светлана Фоминых. Светлана, поздравляю вас. Вы обладатель второй серебряной карты. О, и третья, я даже, друзья, не нажимала. Елена Крутина. Это третий человек. Вот как-то даже, знаете, кнопка сама а, нажалась. Елена Крутина, мы поздравляем с обладанием серебряной карты. Дорогие друзья, дорогие наставники, всех победителей, которых вы видите сегодня на экране, вам необходимо написать службу поддержки а, для того, чтобы а, серебряные карты за вами закрепились. Итак, хочу также вам сказать, что следующие розыгрыши, которые мы будем объявлять. да, Следующая у нас будет уже разыгрываться бронзовая карта. Она будет разыгрываться среди тех участников, которые находятся на вебинаре. Золотая карта, серебряная карта среди всех тех людей, которые покупили паки. А следующая карта, она будет разыгрываться среди тех людей, которые купили паки и присутствуют на вебинаре. Поэтому очень важно сообщить своим клиентам, партнерам, чтобы они были на вебинаре. Друзья, с вами была Анна с нетерпением жду вас всех в Сочи. А мы с вами сделаем незабываемое путешествие. Но самое главное, что мы с вами наполним все, что нужно наполнить, и уберем все, что нужно убрать для того, чтобы у вас был успех в вашем бизнесе. Всех обнимаю и до встречи в городе Сочи.